Тетрадон зеленый. Ну, тут на любителя. Окраска, конечно, видно. Спина перламутрово-зеленая. Но аквариум придется держать только под них. Любят просторные аквариумы корытного типа на 100 литров или обычного типа литров на 200. Ну, всеядные, любую рыбу могут есть. Вот видно, значит, тут астронотуса-инвалида посадили к ним. Вот пока светло, особого интереса не проявляют.